Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я Юлианна. Юлианна, из какого города? Город Новороссийск. А ваш статус в РНБ у нас? Профи, бизнес-профи. А сколько? Ой, нет, да, правильно. Да. Я еще не привыкла к статусам, честно говоря. Не лидер пока еще. Еще не лидер. Сколько времени вы с Севеллинга у нас? Четыре месяца. Четыре месяца. Ну, не мудрено еще пока путаться в статусе. Скажите, пожалуйста, как быстро такой карьерный рост? Как вы так сделали профи за четыре месяца? Что делали? Я работаю через интернет, я онлайн, я блогер. Что рекламировали товар? Направление бьюти, вумен, женские секреты. У нас в командах есть люди, которые прям вот фанатеют от вас. Да, и даже... они на вас подписаны. И даже просят подпись. Вам понятно. Ну, хотелось бы. Все понятно. Я ж не знаю, что вы меня знаете. Ну, кто ж вас не знает хотя бы заочно? Мы еще Ксению вашу знали, когда вот она проводила дни бизнес-миллионера. Завтрак с миллионером. Да, вот. И вот она рассказала вот это вот позитивный настрой. Да. Вот как. А вот вы команду тоже так, да, поддерживаете? Ну, у нас последователи, да, те, кто подписчики на наших каналах. У Ксении тоже свой канал. И наши подписчики, они это людей и притягивает. И я хочу сказать сразу, друзья, вот кто думает, что если вы вообще не бизнес-леди, вы не планируете заниматься бизнесом, не планируйте, делайте все от души, по сердцу, то, что вам хочется, то, к чему вас тянет, к тем людям, которые вас тянут. Кто-то сейчас увлекается эзотерикой, кто-то медитацией, кому-то нравится рукоделие, кому-то еще что-то. Через все ваши увлечения вы можете строить свою команду. Вот в этом весь секрет. Что все, что у вас есть в жизни, какие ценности у вас есть, вы через это можете развиваться с Siberian Wellness. Это огромная перспектива, и в этом изюминка, пожалуй, этого бизнеса, потому что люди притягиваются к людям, не к самому даже бизнесу. Притягивает продукт в первую очередь и умение делиться. Я, как я говорю, у меня бизнес строится через любовь. Все дело в любви. В любви к себе, в любви к людям. Это то, что я транслирую на своем канале. А продукт какой вы? Продукт Siberian Wellness. Ну вот абсолютно все. Бьюти или же здоровье, там как это? Все, все, да? Все и обо всем. Конечно. Скажите, пожалуйста, сколько у вас ключевых партнеров, какие у них статусы? Успели ли они вырасти? У вас широкая клиентская база. Я не успеваю подсчитывать, если честно. А скажите, а свой чек вы успеваете подсчитывать? Ну, мне же показывают чек. Бизнес-тим 1000, ну где-то человек 5 был, ну вот из крайнего результата. И сейчас уже такие вот подрастают. Кстати, блогеры тоже подтягиваются в команду, потому что тоже хотят. Ну, мне важно, мне 58 лет, я пенсионер. И мне важно успеть создать свою подушку безопасности на будущее. Я это делала в предыдущей своей компании в Mary Kay, веря в то, что это мне даст какую-то стабильность на будущее. Но сейчас такая политическая ситуация, что эта стабильность рухнула в один миг, в один день объявления военных действий. Поэтому, найдя компанию российскую, которая может дать вот такую стабильность, хотя бы политическую, потому что я живу в этой стране. И я вы не собираетесь не собираюсь. И я понимаю, что мне нужна вот такая стабильность. И попробовав еще и продукт, то есть у меня параллельно это все, я зарегистрировалась и пробовала, и рассказывала об этом сразу. Не надо, не тяните, друзья, вот кто хочет развиваться, делайте все сразу. Попробовал, рассказал. И я поняла, что да, мне здесь нравится то, что я чувствую эту стабильность, а в материальном плане я выигрываю однозначно, потому что, будучи на лидерских позициях в одной компании и став сейчас за этот период здесь на лидерских позициях, я вижу эту разницу. А можно цифрами? Какие у вас были чеки в Mary Kay вот этой зимой, да, вот когда вы уходили? Чеки у меня были в радиусе
От 80 120, самый большой у меня был 180 где-то 2000 рублей, да, в период выполнения нами автопрограммы, то есть ну, такой вот это был, это пик, это был максимальный пик. У меня доход, при том, что я с компанией сотрудничала 25 лет. Ну, это не тот период, который я занималась бизнесом, но тем не менее, порядка 20 лет это уже было. То есть, еще раз, за 25 лет вы достигли максимального чека 186 тысяч. А в Siberian Wellness сейчас? 82, в Siberian Wellness, ну, последний у меня был 520. 520, и вы в компании находитесь 4 месяца. 4 месяца в Siberian Wellness. И слышите, пожалуйста, и мои огромные глаза. Еще раз, давайте, сколько вы были в моряке лет и какая зарплата? Смотрите. Давайте, не засыпайте.